Ребята, вот такая проблема с империей игры. Запускаешь, вроде все нормально. Вот для примера там одиночная игра, там смертельная битва, да чего угодно, там любую запускаю игру. Ну там начинаю, ну и иду в меню, чтобы сохраниться. То есть промежуточное сохранение какое-то. Вот нажимаю сохранить. Ну, ввожу, соответственно, имя какое-то, ну, пускай там единички. Говорю, окей. А он мне вот так вот говорит. Невозможно сохранить игру, освободите место на диске и попробуйте еще раз. Такое ощущение, что обращается то ли к CD-ROM, то ли что, может это копия файлов с CD-ROM была. Подскажите, пожалуйста, что где надо прописать и в каких файлах? Вот, это игра просто переписанная с другого компьютера, не инсталлированная, ничего. Похоже, что где-то ссылка по умолчанию для сохранения не так прописана. Спасибо за помощь.